Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня хочу показать вам мальчика вот такого. Его звать Кирюшенька. Он тоже в свободной продаже. Вот такой вот пацанчик. Очень хорошенький. Глазки у него лауши. Этот мальчик от американской художницы или скульптор, нужно назвать. Название тоже сейчас не могу сказать. Молодик с Америки выписывала. Сидит он в колясочке. Сейчас мы его внимательно посмотрим. Такой вот сладкий ребеночек. Вот волосики у него прошитые. Ручки, сосочку держит. Такие ручки. Ножки. Сейчас все-все посмотрим. Славный такой. Ребятеночек, ты славненький такой. Хорошенький. Такой хорошенький. Мне он очень нравится. По желанию, конечно, можно девочку с него сделать, если кто-то захочет. Кирюшенька очень гибкий мальчик. У него вот такие вот ножечки. Мраморность видно. Сейчас мы носочек снимем, посмотрим его ножки. Такие ножки славные. Такие вот пяточки. Вот такая ножка. Давай еще снимем, покажем. Вот такие у нас ножки замечательные. Как у младенчика. Вот. И ручки такие же. Вот. Такие же ручки. И два пальчика вот так вот. Он очень славненький. Очень мне прям нравится этот ребеночек. Хорошенький такой. Такой хорошенький. Ну-ка, посмотри сюда. Да, мы сейчас твою головку будем показывать. Да. Твои глазки. И сопельки торчат там, и реснички. Бровки у нас нарисованные. А реснички прошитые, волосики тоже. Вот. Он где-то получается 50, может, 2 сантиметра. Не маленький. Мальчик очень гибкий такой. Может по-всякому лежать. Такой вот. Роспись очень нежная, реалистичная. Ребеночек у нас. Кирюшенька. Кирюшенька. Ну. Кирюшенька лег отдыхать, он устал. Скажи, намучили меня? Кирюша, есть еще комплекты одежды. Такие славные лопатульки у него. Смешные. Почему-то больше красноты показано. Когда вот смотришь, а на самом деле у него не так много красноты. Как-то, когда в камеру смотришь, кажется, такие ножки красные. Или так мне кажется. Такие ножки красные. На самом деле нет. Все, всем скажи пока-пока и до новых встреч. Кирюша будет спать.
Лёшенька уснул. Он ждёт свою мамочку. Ещё раз всем пока-пока.